Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Меня бросил парень 3 месяца назад. Это были сложные отношения, много врал, мог вляпаться в серьезные проблемы. Потом мне приходилось помогать их решать, но я прощала, так как очень любила и боялась потерять. Взамен я получала любовь, как мне казалось. Сейчас я сомневаюсь, может, ему просто было удобно, потому что он ушел именно тогда, когда у меня начались проблемы в семье и со здоровьем. При этом он мне говорил о любви, писал стихи, говорил о том, что хочет со мной семью и детей, но не торопился воплощать это в жизнь. Мы даже не жили не вместе, хотя встречались продолжительное время. После ухода его я утратила смысл жизни. Я работаю с психологом, но это мало помогает. Каждый день в течение 3 месяцев плачу, пью успокоительное. Ничего не радует, уже не знаю, что делать, чтобы опять начать жить, а не существовать. Подскажите, что в такой ситуации можно сделать? Как быстрее прийти в себя? В глубине души я все еще надеюсь, что он придумает. Ведь я так много всего для него сделала, на сообщения, звонки он не отвечает, но меня и не блокирует. Значит, смотрите. Первое. Вы пишете о том, что работаете с психологом. Как вы работаете с психологом? То есть, ну, в каком направлении, да, уверены ли вы, что вам это направление подходит? Это первое. Второе. Вполне возможно, что то, что вы описываете, является клинической картиной, тогда вам психолог не поможет. Вам нужно обратиться к врачу, психиатру или клиническому психологу по месту жительства за помощью, вот, а не пить успокоительное. Соответственно, вам может быть диагностировано некоторое заболевание, вот, и выписаны соответствующие лекарства для того, чтобы вы могли получить помощь. Такую, знаете, помощь, ну вот, хорошую помощь, адекватную помощь, а не помощь, которую вы получаете сейчас. Следующий момент. Вы говорите о том, как быстрее прийти в себя. Сложно придумать худший мотиватор для изменений в своей жизни. Потому что задача не быстрее прийти в себя, а задача найти себя. Дело в том, что, судя по тому, что вы описываете, я могу предположить, что вы никогда особо и не жили. Ну, для себя, вот, никогда особо вы не жили своей жизнью, вот. Скорее всего, вы всегда были, так скажем, ну, озабочены, ну, другим человеком или другими людьми. Вот. И, скорее всего, вы всегда старались жить для других людей. Ну, могу, конечно, я быть не прав,
ну, в данном контексте. Но, скорее всего, ситуация обстоит именно так, скорее всего. И в этом смысле наша задача помочь вам разобраться именно с этим. То есть научиться себя как-то вот чувствовать, научиться себя замечать, научиться замечать свои переживания, свои эмоции и так далее. Следующий момент. У меня такое ощущение, что, ну, как будто бы, вы не просто так боялись и, может быть, до сих пор боитесь человека потерять. И не просто так вы, ну вот, на постоянной основе надеетесь, что он вернется. То есть мне кажется, что здесь вы говорите про определенную свою проблему. Только пока не очень ясно, какую потребность, да? Ну, как бы. То есть пока не ясно, что это за потребность. Вот. Нужно это выяснить. Нужно выяснить, о какой потребности идет речь. Ну, вот если это ваша, да, потребность, то что это за потребность? И, соответственно, уже смотреть, как ее можно, реализовать. Сейчас пока что, опять же, повторюсь, сама потребность не ясна. Лично я могу предположить, что речь идет в какой-то степени о защите. А я могу предположить, что вы нуждаетесь в защите, в защищенности. Вот. И, как бы, тем самым, старайтесь компенсировать какой-то свой собственный дефицит. Следующее, ваши чувства по отношению к молодому человеку. Вот, надежда в том числе. То есть, вот, насколько ваша надежда, ну, оправдана, да? То есть, вот вы говорите, что вот, я надеюсь, что он вернется, я надеюсь, я столько ведь для него сделала. То есть, как будто бы в отношениях вы... Ну, как будто бы вы покупали любовь. Вот. Как будто бы. То есть вот я буду для тебя стараться, да, я буду для тебя, ну вот, что-то делать, да. Ну вот, и ты будешь как бы, ты будешь со мной. Вот.
понимаете, да, как бы, ну, деструктивность, вот такой, такой позиции. Тем не менее, она у вас присутствует. Вот. Дальше. Если мы говорим, например, о надежде. Да, вот, ну вот, есть как бы у вас надежда. Тоже, на мой взгляд, очень важный момент. Надежда на что? То есть на что вы надеетесь? Что он вернется, да? А чего вам хочется в его возвращении? То есть, ну, я думаю, что вам же, вот, получается, что-то, ну, что-то нужно. Вот, вы, получается, в чем-то нуждаетесь, говоря о том, что хотите, чтобы он вернулся. То есть, это вот тоже такой достаточно важный, как мне кажется, ну, момент этой истории, этой ситуации в целом, да? Вот. Ну, мне так, по крайней мере, видится сейчас. Понимаете, да? Вот. Ну, о чем я говорю. Вот. И, соответственно, вам нужно вот в этом направлении двигаться. Но я не знаю, ну, хотите ли вы этого? То есть я не знаю, хотите ли вы, ну, как бы, разбираться в себе? Хотите ли вы, ну, контактов и так далее? То есть это пока что не ясно. У вас эмоциональная зависимость имеет, ну, вот, имеет место быть. Вот, ну, эмоциональная, любовная зависимость. Понятно. И, конечно, так просто она не уйдет. То есть так просто такие вещи, ну, не проходят. К сожалению. Этому, безусловно, нужно время. Вот. Так что я думаю, что вам имеет смысл, во-первых, обсудить с психологом, ну вот с вашим психологом, то, что с вами происходит, да? То есть, ну, вот, как-то обсудить с ним то, что, ну, вы, то, что вы не чувствуете ну, что вам помогает.
вот, обсудить то, что, ну, вы как бы не ощущаете то, что это имеет какой-то эффект, с одной стороны. А с другой стороны, ну, как бы, может быть, только может быть, вам не подходит специалист, которого вы выбрали. Вот. Такое тоже, ну, как бы, вполне может быть. Вот. Ну, к сожалению. Вот. Поэтому тут нужно смотреть, ну, на мой взгляд, да, тут нужно смотреть, смотреть, исследовать, вот. И с вами работать. То, что вот вы сейчас говорите, что вот мне как бы, ну, тяжело, и я хочу быстрее прийти в себя, хочу, ну, быстрее начать жить, вот. Это, конечно, ну, как бы, с одной стороны, хорошо. Вот, но с другой стороны, как бы, ну, есть, вот, такая, как бы, особенность, что пока вы надеетесь, вы не берете ответственность за свою жизнь. А для вас ваша жизнь, скорее всего, никогда особо интересно не было. Вот. И как бы вот в этом смысле вы попадаете вот в такую ловушку, получается. Вот. И как бы что с этим делать? Ну, дальше что с этим делать? Вы, конечно, не знаете. То есть, как вам, ну, себя вести и как вам вот действительно дальше жить, я не знаю. И на мой взгляд, ну, по моему мнению, на данный момент вы не особо и хотите. Ну, понимаете, да? Вот. То есть вы не особо в этом, как бы, ну, нуждаетесь сейчас. Вот, поэтому тут вот такой момент, да, что есть ваши потребности, вот, есть ваши желания, которым сейчас вы, ну, на мой взгляд, наступаете на горло, стараетесь наступать на горло. Вот, ну, может быть, из какого-то ощущения, да, из какого-то ну, чувства, что вы действуете неправильно, что нужно действовать по-другому. Но пока вы боретесь ну, с собой и
пока вы не признаете определенную, так скажем, проблему, пока вы избегаете проблемы, вот. Ну, как бы, ничего хорошего. Как бы из этого не получится. Вот. Ничего хорошего. Из этого не выйдет. Вот, потому что, ну, вы просто-напросто будете, грубо говоря, саботировать. То есть вы уже сейчас саботируете какие-то, ну, действия. Вот. То есть, ну, вы вроде бы хотите, да, вроде бы вы хотите, вроде бы вы для этого что-то делаете, а вот, как бы, ну, в душе вот, ну, как бы, все равно там у вас есть надежда. И задача ваша понять и увидеть, для чего вам эта надежда, что она вам дает, какую, ну, какую проблему она решает. Вот. Именно вот. Именно надежда. Понимаете, да? Вот. Вот, на мой взгляд, такой ответ можно дать. Конечно же, вы не любите себя. То есть, как бы, это очень сильно чувствуется, это очень сильно ощущается, вот, что вы, ну, к себе относитесь вот с большой, достаточно долей ну, обесценивания. И это тоже влияет. Это тоже влияет, очень сильно влияет на то, как вы себя сейчас чувствуете. То есть, по сути, да, вы себя, ну, обесцениваете, по сути. Но нужно только постараться увидеть, ну, как бы, где вы себя обесцениваете. И культивировать чувство любви, вот, к себе. Вот такой ответ я могу вам дать, ну, как бы, сейчас. С позиции, опять же, психологии, да, вот, с позиции
с позиции психотерапии, вот, и с позиции своего опыта, который у меня есть. Вот, я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, позволит вам начать над собой работать. Я вам желаю всего самого доброго. И желаю не искать каких-то вот в этом смысле, ну, быстрых решений, потому что их нет. Понимаете, да? Я вам сочувствую, но не хочу, чтобы вы видели проблему только в том, что вы перечислили. Я хочу, чтобы вы видели проблему более глобально. Удачи!